Пойдем сегодня кто, как думаете? Вот и я думаю, ну ладно, ничего страшного. Так я вот тут вот чувствую, да. Ладно, сейчас тоже подойду, если что-то там олерю. Панихиды, похоже. Своего. Да? Нет, пойду, вроде она сказала. Ну то что. Все. Барга это ответчик. Ну пусть приходит, а если мы с улицы пришли. А кто здесь-то будет? Доброе утро, Дарья Павловна. Вы хотите прийти? Мы просто, не знаю, если придет кто, то будем служить. Если не придет, то послужу панихиду, молебен. Ну так приходите. Вас не пугает погодные это условия? Нет, я говорю, вас не пугает погодные условия? Ну, приходите, да, будем слушать. Да. Угу. Ну, вот, да, давай еще. Батюшка, люди когда не учатся, я за один раз могу все запомнить, да? Годами. Конечно, годами. Вот та же Ольга, она ведь давно начала петь. Какая? Воробьева. Она еще отца Александра. Не все. Да я не помню, что ли. Я все помню это. Ваш вывод. Петь я не буду, да?
Так надо учиться батюшку. Ну, так, уже... вот, мы сейчас будем с вами учиться. Да, они вон годами поют. Длина вообще больше 10 лет. И то делает ошибка я. Мы сейчас с вами будем учиться петь. А что вы думаете? Кто нет, кто ничего не делает, тот да, не когда они все, нас не допускают туда. Кто они... вас не допускает? Та же Лена Хромова. Вы тут. А бывает же, свободы никого здесь не бывает. Я всегда там стою. Подойди к ней. Подойди, я подойду. Я, вот, подойди тут мне. Я один раз к ней подошла. Я потом ушла с Лироса. Почему же так? Вот сразу раз тут убегаете. Не сразу ушла. И не сразу убегала. Ну, хоть хорошо поедет уже. Нет, там и не все. Вы уже представляете, примерно, что зачем идет? Галя Михайловна. Что вы пригрустили-то? Пить надо. Кто-то же должен пить. Давайте я буду петь, служить и годить, и все остальное. И понедельник, и все. Ну, батюшка, надо с кем-то, наверное. Ну, не одной же. Нет, знаете, тут есть такой момент, когда с кем-то что-то ты делаешь, меньше процесс обучаемости. Ну, это когда, понятно, когда, да. Когда ты один во все это выступаешь на все эти штуки. На все грабли. Да. Ты получаешь. Да, не то, что... Почему? Не то, что получаешь. Обучаемость быстрее. Больно же быстро, Лидия Павловна так быстро не может подниматься. Она служит там. Здравствуйте. В такую погоду пришли? Что делать, конечно. Господи, помилуй.